детьми. Ну как-то не будем выходить, нам же по следу нужно пойти. Так что идем по следу. На связи Расимир и Ольга. Ну, только здесь мы можем быть. Идем по следу Ведьмак 3 Next Gen. А ты поставил? Поставил. Все, все у нас хорошо. Далеко ж ты забралась от Нильфгарда, солнышко. Не знаю, вернешься ли. Это дочь посла Вар-Атре. У нее дипломатический иммунитет. Я не очень понял, что там у нее. Зато знаю наверняка, что ты снюхался с нильфами. А что тут удивляться, Лукас? Ведьмака всегда тянет к чудовищам. Привет, привет. А с этой чудой мы еще разберемся. Ничего себе. Так. Во, не зря же мы обман качали. Да, да. Ты обидел девушку. Попроси у нее прощения сейчас же. Так вежливо, как только сумеешь. Простите, барышня. Простите, великодушно. Веди себя хорошо, как твой приятель. Поклонись и иди проявлять свой патриотизм где-нибудь в другом месте. Лукас и Коба. Я запомню эти имена. А когда мы займем Новиград, найду их и посчитаюсь с ними. Успокойся, они в конце концов ничего тебе не сделали. Они подняли на меня руку. Этого достаточно, чтобы им эту руку отрубить. И ты удивляешься, почему местные ненавидят Нильфгард? Я думала, ты не такой, как остальные нордлинги. Что ты нас понимаешь. Наши представления о справедливости. Но теперь вижу, что ошибалась. Я думаю, тебе пора домой. Самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров, Геральт. Удачи на пути. А если другой вариант выбрать? Урок закончен. Запомни то, чему ты сегодня научилась. Думаю, тебе часто придется обнажать меч. Я не понимаю тебя, Геральт. Почему тебя так взволновала судьба двух пьянчужек? Чем они тебя так тронули? Мир будет лучше без... Я думаю, тебе пора домой. Самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров, Геральт. Ну, удачи на пути. То есть вариативности здесь нету? Абсолютно то же самое. Интересно. Дополнено и выполнено. Завершено. А опыта дали? 20. Вот такое. Ну-ка, а если это хорошо, предположим. А я тебе скажу, чтоб ты понял. Отъебись от нее. Ну надо же! Теперь уже не только черные желают нам приказывать, но и ведьмаки. Только вот я ни тех, ни других слушать не стану. Хватай его, Лукас! Ничего себе, какой крепкий. Поскольку ему опыта дают, неизвестно. Теперь ты понимаешь, почему твой отец настаивает, чтобы ты ходила с охраной? Чтобы они могли меня защитить, как ты? Нет. Чтобы до такого не доходило, Роза. Из-за твоих капризов погибли люди. И что? Я должна уронить над ними слезинку? Устроить минуту молчания? Они получили по заслугам, гниды. Это справедливо. И мы опять возвращаемся к этому же диалогу. Немножко странно, потому что нам их нисколько не жалко, это обыкновенные люди. Нет, она-то понятно, что гадина та еще, это было видно с первой нашей встречи, тут спору нет. Но сам факт того, что они обычные люди, немножко напрягает, если честно. Урок закончен. Так, а если второй вариант? Ну и попробуем тогда третий вариант. Берите деньги и вон отсюда.
Если ты думаешь, что можешь нас золотом купить, как шлюху какую-то... Заткнись, Лукас! Вообще, знаешь, сколько за это можно получить? Мы принимаем твои деньги. В качестве этих... Ну, этих военных репараций за насилие в Гарда. Ну, как сразу вспомнил. Лукас и Коба. Я запомню эти имена. Это успокойся, они в конце концов... Они под... Угу. То есть самое выгодное, это все-таки здесь обман? Да, чтобы опыт получить. Просто да. Я не понимаю тебя, Геральт. Почему? Я думаю, тебе пора дам. Понимаю. Бельку найму красавчика на свадьбу подружки. Это мы где? Меняю дырявый горшок на бричку. Кто пишет эти объявления? Ведьмака ищите? Кого-нибудь, кто убьет чудовище? Ведьмак тоже подойдет. А что за чудовище? Большое, злое, гадкое. В каналах оно. Если тебе интересно, иди в имение Гарин. Спроси Ольгерда фон Эверика. Это он дал объявление. Угу. Это мы у Парчева? Да. Так это ты, брат? Дьявол шел кривой дорожкой, затаивши зло. Ведь не дал взаймы на пиво. Чисто визуально. Здесь должны быть кулачные бои. А чем больше пью, я их не вижу здесь. Тем больше трезвый. Ничего себе. Потрясающе. О, кажись, я штаны достал. Очень приятно познакомиться. Благодарю за информацию. Мне для храбрости нужно. Добро пожаловать в Семь Котов, самую удачливую таверну в городе. Говорят, даже похмелье с нашего вина приносит удачу. Ничего себе. Что можно поесть? Ой, карты. Карты берем, Скай, конечно. Тайли. Берем вот это, вот берем это, вот это. И вот это тоже берем, она у нас берем. Заканчивается. Да. А, или и мне это нужно возьмем. Вот это. Вот не знаю. Для эликсир, майсил, хорошо. Ладно. А что продать-то можем? Да ничего, видимо. А мусор. Во-первых, седла. А во-вторых, мусор. А почем мясо, говоришь, покупаешь? Ладен. Дешевка. В смысле, мы не знаем, зачем. Мы, кстати, вот, реально взяли, получается, задание на каменные сердца. Но нам не это нужно. Ну, не каменные сердца. Нам нужен список блудниц. Да, поговорить с Золтаном провалено. В смысле? В смысле? Ну, видимо, нужно было обо всех о каждой... женщинах поговорить. Ну, видимо, не да знаю. Ну и в жопу. Неинтересно. А фиг ли у нас вот здесь вот доска? Не единственная, но их всего две осталось. Давай к ним сгоняем. Ну а чё они такие грустные, одинокие? Да. Вот она, доска объявлений. Лихолесное. Лихолесное? Лихолесное мы уже брали. А, они мы брали уже? Давным-давно брали. Ну, просто она тут берется. Ладно. Ну, видимо, в другом месте тоже. Но. И за последней доской. Так, а еще одна доска с объявлениями, где вроде бы ничего нету, но неизвестные места нам понаотмечали. Это хорошо. Вопросы... Еще одна. Добро. Погнали. Деревня Бровицы. Ну, давай. Брановицы, вернее. Где ваша доска? Вот, что-то новенькое. Неизвестные места, конечно, откроем. И пропавший ученик. Пропавший ученик травника. Хорошо. Но теперь мы хотя бы всю карту открыли по вопросикам. Осталось только это зачистить, да? Но для начала... Все-таки идем кровь и вино. Погнали. Дверь открыта на этот раз.
Золото есть еще по луту. 35. Ой, нужно больше золота. Согласен. Не видит никакие проблемы. Ну вот и ты, наконец. Познакомился с моей Пусей. Она вот-вот заговорит. Золтан, а ты знаешь, что попугая из совы не сделаешь? Сделаю, сделаю. Ты обернуться не успеешь, как она с нами в глин будет резаться. Все-таки мы хотели поговорить о Лютике. Ты узнал что-нибудь? Девушки не видели Лютика уже давно. Утверждают, что он странно себя вел. И, кажется, встречался с кем-то еще. Но в моем списке таинственной избранницы нет. Кто она такая-то? Какая-то блондинка из ковера, кажется, трубодушая. Зовут ее Цираночка или как-то в этом роде. А-а-а, ясно. Это Присцилла, кто же еще? А кто такая эта Присцилла? Трубодурша. В последнее время очень популярная. Представь, что Лютик переменил пол. Вот и будет полная картина. Звучит страшно. Как же Лютик вынес встречу со своим собственным отражением? Так втрескался по уши. Ну что можно сказать? Нашла коса на камень. На ледяную глыбищу. Эта девушка и правда вскружила ему голову. Надо с ней поговорить. Присцилла работает вместе с труппой Ренары Лисой. Пока они в городе, она каждый вечер дает концерты в Зимородке. Так что нас ожидает вечер поэзии? Встречаемся в городе после захода солнца. Мне еще Пусю надо покормить. Пусю надо обязательно покормить. Так, в Зимородках. Сейчас закат. Пол шестого. Можно и так сказать. Погнали. Как же было дело с фото? Закат. Вот тебе и раз. Что? Рассвет. На закате встретиться с золотом. Сейчас же рассвет. Вот теперь игра как раз это и поймет. Ну что такое? Обязательно на закате? Сперва сына у меня убили, а теперь на улице. Видимо, да. Нет. Вот и все. Видимо, да. Ладно, давай нам карты Гвинта. Откуда такое название? Оно навеяно поэзией мастера Лютика. Может, знаешь? Зимородок, птица чести, что увяз в отхожем месте. Да, слышал. И о принцессе Пенелопе, что топилась в речке, Зопе тоже. Ну, во всяком случае, Зимородок всегда открыт для любителей поэзии. У нас бывают настоящие звезды поэтического небосклона. Чем сегодня кормят? Картами. И вот этим. Вот этим. Ну как там дела? О. О, ты уже здесь? Заходи, давай сядем где-нибудь. Сейчас начнется. Вот за песню не знаю, кинут, не кинут. Могут кинуть. Ну, ничего страшного. Да, песня из игры. И чё? Поехали уже. Отвар из виверны вообще какая-то помойка непонятная. На мечах, конечно, не пробовал, но обидно, что на кулаки не усиливает. Да и арбалет тоже. Путь пальцем проложи. Средь шрамов ран суровых,
чтоб наши слить пути судьбе наперекор. Откройте раны, вылечи их снова, пусть сложатся они в судьбы узор. И снов моих с утра бежишь проворно, крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон черный, фиалки глаз твоих, что слез туманит тень. По следу волка я пойду в метели, и сердце дерзкое настигну поутру. Сквозь гнев и грусть, что камнем затвердели, и разожгу уста, что мерзнут на ветру. Сейчас послушаем песню, я ее не пропускаю специально. И снов с утра бежишь проворно, крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон черный, фиалки глаз твоих, что слез туманит тень. Не знаю, ты ль мое предназначение, или страстью я обязан лишь судьбе. Когда в желанье я облёк влеченье, не полюбила ли ты во вред себе? И снов моих с утра бежишь проворно, крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон черный, фиалки глаз твоих, не починили. Хотя писали, что именно вот мы исправили, мы... Да что они там исправили? Не собирались даже исправлять. Как замануха, ребят, не более чем. Маркетинговый ход. Ну хотя, может быть, что-то и поправили, но здесь слышно прям вот эти вот... Обрывки. Обрывки слышно, да. Может быть, стало лучше. Давайте не будем их прям сильно говном закидывать. Они и так уже не то, что по уши. Их и не найти, если экскаватором копать. Вот. Песня хорошая. В русской озвучке они фиксили, чтобы речь шла нормально. Да. Это он поубивал темерских ребят в Белом саду. Тише, женщина. Мы на концерт пришли. Мы убивали темерских ребят. Война идет. Вот люди и умирают. Идите, спорьте в другое место. Опять одни дрязги. А говорили, это пристойное заведение. Насколько я знаю Геральта, он скорее спасет чью-то жопу, подставляя свою шею. Да кого он спасет? Он же убийца. Ой, это трактирщица-то. Солтан, спокойно. Выход там. Снаружи разбирайтесь. Пойдем. Несчастная девочка. Дайте мне послушать музыку! Самое некрасивое, что бывает в женщинах, это именно вот такой раздвоенный подбородок. Если у мужчины-то еще... Ну, можно либо бородой скрыть, либо не так страшно. Давай я тебя представлю. Женщина очень сильно не красит. Присцилла, известная не, как Циранночка. Имеется в виду раздвоенный, вот видишь? Столь же прекрасно, ямка. Да, ямка вот эта. Именно вот эта. А это... На женщинах вообще Геральт не красиво. Геральт из Ривии, я знаю. Лютик много о тебе рассказывал. Я с удовольствием слушала. Не удивляйся. Ведь это такой благодарный сюжет для песни. Ведьмак, влюбленный в чародейку. Или следует сказать, в чародейку. Вижу, Лютик все подробнейшим образом рассказал. Может, в таком случае он намекал, где искать его самого? Очень забавно, правда.
Ну, до свидания. Не туда. Давайте за мной. Для всех этих предосторожностей есть причина. Женщины могут порадовать. Уважительно. Когда я в последний раз видел Лютика, он сказал, что планирует налет на казну Сигеройвина. Ой, мотыляш за ногу! И больше я его не видела. Лютик и налет на казну. Я бы меньше удивился, если бы он дал обет воздержания. Правда? Он как-то забыл заплатить за вино в Пассифлоре. Так 3 дня потом уснуть не мог. Нервничал. Что ему вступило? Он влип в долги? Он говорил, что должен кому-то помочь. Дело, не терпящее отлагательств. Он вроде так это описал. Но имен не называл. Нет. Но зная Лютика, речь скорее шла о ней. Наверняка стройная и с обширным бюстом. Ровин? А это кто? Высокий, толстый, опасный хер. Хромает на левую ногу. Хромой скальный тролль? Если бы тролли были чертовски сообразительными и имели криминальный талант, тогда, пожалуй, да. Надо полагать, налет не удался? Ну, он не вернулся сюда в золотой карете, обвешанной драгоценностями. Значит, вроде как нет. Я спрашивала о нем в городе, но все как воды в рот набрали. Слышала только, что он устроил какой-то скандал в резиденции ублюдка-младшего, и что ублюдковые люди гнали потом Лютика через весь город. Ублюдок-младший? Что-то не знаю такого. Самый большой хрен в Новиграде. Не буквально, а в смысле... Ага, я так и понял. А тебе-то он что сделал? Он засел в печенках уже у всего города. Это один из тех 4, которые ворочают нашим преступным миром. Вместе с, собственно, Сиги Ройвином, Карлом Варезе и Королем Нищих. Неплохой номер. Хорошо еще, что Лютик перед церковью не задирался. А то тогда бы и началось. Тибе. Нет уже женщин, ребят. Женщины, мужчины, господи. Что, тип А и тип Б. Вообще человек, который женщина. Я должен спасать людей, а? Может, к нему наняться, жалование за это получать? Знаешь, ему сейчас не до смеха. И мне, в общем, тоже. Спокойно, я его вытащу. Но сперва поговорю с этим ублюдком и с Сигеровиным. Где их найти? Ублюдка не знаю, а у Ройвина собственные бани. А только смотри, это опасный тип. Долго. Я тоже. Придется. А вот Лютик нет. Еще серии поэтому на 5. Поэтому прошу тебя, поторопись. Минимум. И дай мне знать, как что-нибудь выяснишь. Мысленно. Серьезно. Похоже, 5. Мне здесь делать нечего. Я в Шалфей. 10. Накормлю Пусю и буду ждать. А ну как Лютик сам вернется. Будьте здоровы. 10 я не вынесу. Но это правда очень много. То есть это не раз-два я общался. О, 17-й. Письмо к Лютику. Ну-ка. Ну где, дайте почитать-то. Это Лютик? Или это она? Это она. Хотя так и не скажешь, да? Угу. Так, бестиарий и... Милый Лютик, с тех пор, как ты поделился со мной своими планами обограть мафию, я ни о чем другом и думать не могу. Хочу верить, что с тобой движет нечто большее, нежели страсть к деньгам и острым ощущениям. Ну, просто дурачок немножко. Глядишь ты, какая уродина. Хотя обычно за правое дело, но дурачок. И не немножко. В таких замечательных природных условиях... Да пусть уж приходят, раз так. Да господи, не найду я эту лестницу. Я, пожалуй, больше сюда приеду. Правильно, через стол в обратную сторону. Как смог. Да-да-да. Так, где там? Бани, говоришь? Далеко. Приходим мы, значит, к Золкану. Ну такой. Да пошел ты в баню. Нет, да. Ну, а я и пошел. А ты и пошел. А я и пошел. Вот здесь. Да-да. Это то самое место, где мы вроде бы... Да. Надо будет посмотреть, работает ли тут цензура, потому что баб голых тут будет
немало. Ну, мы сейчас закончим. Да, ну так, на всякий случай. Да. Поблагодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров, благодаря которым, да, собственно, сейчас на канале видосики у нас и выходят. Писать низких числов, вступить в семью. А семья это главное. Можно по ссылке в описании. Ссылка на Бусти. Переходим и подписываемся.